Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть в Вуконга. Ну что, пошли снова пытаться убить нашего там желтого какого-то мудреца. Надеюсь, сегодня все быстренько получится, мы с ним не затянем на целый час, и у нас сейчас такое обязательно получится. Пока что устраивайся поудобнее и приятного просмотра. Далеко зашел. Я дохляка. Кто там дохляк, слышишь? Замри. Вовремя. Хорошо. Раз. Два. Три, сука. Нам надо было уклоняться от этой атаки-то. Ну что ты делаешь, ты сука? Выносливости нет. Хорошо. Понятно. Хорошо. Ой, главное вовремя отразить эту атаку. О, пизда тебе. Ты что ты делаешь? У тебя хп, блядь, нету. Ты куда лезешь? Ой, уходи, 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 уходи. Так, инвиз пошел, инвиз пошел. Блять, а что так близко ты кастуешь? Тише, дай покилиться-то, ты демон! Бейте его, ребята, бейте, я его держу! Я его прям держу! Упал, все, ломаем, ломаем, бьем, 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 бьем! Хорошо, продолжаем, продолжаем... А, я один остался. Ой, прям вообще огонь. Ой, ты долго лететь-то будешь? Прикольно. Ну да, понимаю, конечно. Вот это... Блять. Обманщик! Ах ты обманщик-то какой! Блять, здоровья нету. Третья фаза! О, пиздец. А у него еще и третья фаза есть, да? Щит взял! Я знаю, что я его не одолею в эту фазу. Третья фаза у босса! Третья фаза. Ну о чем ты? Блять. Я с двумя-то с трудом справляюсь. Он третью появился. Третья у него появилась. Серьезно. Ой, да. Так что мне обезьянок-то на третью фазу, что ли, оставлять? Ну, у меня мана прям вообще. Где написано было, что мана будет копиться?
при офигенных уклонениях. Я офигенно уклонялся, что-то у меня мана не восстанавливалась. Так, первая атака. Ага. Хорошо. Да, блядь. Что-то я прям вообще не то все сделал. Я вообще не понимаю, что я сделал. Как я это сделал? Ладно, будет пробник. В текстуру залезли. Что-то я не понял. Я типа бил, как-то в мощную атаку перешел. А, если я два раза... Погоди, а стоит задуматься. А что если я после того, как делаю прям комбо, я могу нажать при концентрации усиленную атаку несколько раз, сделаю вот это вот кручение на шесте и назад отлететь. Таким образом это будет, наверное, более безопасно. Если я правильно понимаю, это работает именно так. Хорошо. Ладно, давай так. Чуть-чуть маны потратим все-таки. Да я понимаю, что те мои атаки-то вообще по боку. Ой, блядь, так все хорошо начиналось. Вот этот вот на самом деле навык, который крутится, что-то он меня напрягает чуть-чуть, потому что я не понимаю, как его контролировать. Я вроде хотел на шесте-то наверх забраться и ему ударить, а нет, он зачем-то начал крутиться. А можно вот эту панель убрать у меня? Нет, блядь, я игру забагал, да? Заебись. А, во. Давай еще раз. Комбинация-то у нас есть одна прям хорошая против босса. Только, наверное, надо было вперед двигаться. Как ты умудрился промазать? Угу.
Вот так вот, блядь. Ты такого никогда не делал. Ты долго будешь новый прием это, блядь, использовать? Ой, мы прервали его вот эту вот способность. А, нихуя мы ее не прервали. Поехали. Ты упасть должен был, слышь? Козел. Уклонился. Хорошо. Блять, маны не хватает. Назад. Хорошо. Блядь. Наёбка вот эта. Ой, все, пиздец. Попался. Ой, все, пиздец. Я дойти не могу. Сука! Добивай, иди нахуй. Зачем такой бред делать? Я вас замораживаю, а я дойти до него не могу, потому что он ушел за пределы арены. Хорошо. Я все равно не буду новый посох покупать. Как ни крути. Я обойдусь без нового посоха. Единственное, что я могу купить в магазине... А, я могу же сделать фласки. Я могу сделать на увеличение урона. У меня же травы там много, я ее же зачем-то собираю. Я вообще-то уклонился. Я вообще дважды уклонился. Игра не засчитывает мое уклонение просто. О, хорошо. Да что ты, да чем ты это делаешь? А, блин, тебе ответочка, понял. Погоди, ладно. Тише, не смей бить. Давай вторую фазу.
вторую фазу заряжаю уже. О, вторая фаза. Понеслась. На центр арены, на центр арены. Ага. Блять, все равно ведь достал, а? Замри, блять, заебал. Понимаю, я по нему попасть не могу, конечно. Да я уклонился, ты! Третий. Или четвертый. По-моему, третий трай. Я на самом деле ничего не хочу вырезать. Это Souls-like, поэтому тут это в порядке вещей. Люди могут и неделями пытаться пройти босса. Поэтому они могут часами прямо играть, 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 играть. Только через неделю пройдут босс. Кстати, такого не будет. Хорошо. Блять. Либо от этой атаки уклоняться. От всего уклонился. От самой элементарной атаки не смог. Ты что делаешь-то, а? Зачем ты машешь способом? Что-то нахуй. Либо сразу же его переводить на фазу и сражаться дальше без обезьян, я не знаю. Ой, ну давай этой, да, в принципе, пускай мы его так хотя бы покушаем. Горит. Нормально мы его покоцали. Блять, понеслась. А, я ран подошел, понимаю. Где? Я до тут дойти просто не могу. Ага, блядь, я выучил эту атаку. А вот эту не выучил. Ярким. Сука, я не могу с ним.
сколько? Пятый. По-моему, у меня есть маска на получение маны. По-моему, эта маска нихуя не работает. Ладно, давай вернемся к той маске, которая у нас давала ману. По крайней мере, у нее защита побольше. Возможно, может, с ней что-то получится. Я не знаю, это увеличивает. Дополнительным врагам... А, осталось... Блядь, да мало здоровья там еще далеко. Да мало здоровья там вообще еще далеко. Так, а погоди. Давай, знаешь, что сделаем? Ой, блядь. Создадим каким-нибудь этим. Изготовить снаряжение, отвары. Нету, погоди. Изготовление лекарств. Ну вот, блядь, по-русски же написано. На долгое время значительный запас здоровья. Крит. Крит. Хорошо, делаем крита 2. Что? Увеличивает урон. Холод, яд, шок. Сопротивление огню, урон. Да. Давай 2 на этот. Ну, то есть их тоже можно, блядь, наделать. Просто 5 штук, нахуй. Никогда бы не подумал, что я буду в Souls играх пользоваться этими ласками. Я ими обычно не пользуюсь прям так. Ну, кроме... А, тут или... Нихуя, я сейчас наделаю. Так, сопротивление урона. Почему не сопротивление урона было? Увеличивает урон. Вот это поменяем на крит. Шанс критического урона. Ага. И максимальный запас... Какой выносливости, нахуй? Не выносливости, подожди. Максимальный запас здоровья. Все, все самые полезные. Так, еще раз. Низ. Сопротивление урону. Вверх сопротивление урону. Сопротивление урону и вниз. И вниз пусть будет у нас вот так вот. Будем, так легче будет ориентироваться. Максимальный запас здоровья вниз. Это. Так. Урон. Налево сделаем. Погоди. Это что? Это право. Право крит. Право крит. Лево урон. Все, да? Лево урон. Право крит. Право крит, лево урон. Лево урон, право крит. Лево урон, право крит. Это что, настолько ты увеличила у меня только здоровье? Я думал больше. Думал намного больше. А я ж, блядь, уклонился. Прикольно сделал. Не промажь, пожалуйста. Резко станул, да? Понимаю. Понимаю. Вот так вот, да. Я думал, намного здоровья. Там написано, намного увеличивает здоровье. Что-то, по-моему, она увеличила на один удар. Чисто вот только один удар. Это хп 40 она мне, наверное, увеличила от силы. Немного. Вообще копейки, я бы сказал. Давай. Давай еще пафосно. Оп. 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 Хорошо.
Хорошо. Хорошо. Посох. Хорошо. Слышь, хорош что-то новое придумал. Не даст похилиться. Блять, нет! Раз, два, три, четыре, пять. Нога. Ага, маны не хватает. Маны на призыв серьезно не хватает. Блять, это издевательство, нахуй. То ему дает стан, то ему не дает стан. Ты уж определись. Уклоняйся, не уклоняйся, какая разница. Блять! Ебаная нога, оторву тебе ее нахуй. Сука. А я отменить не мог. Я хотел ему дать стан. Нет, не получилось. Я отменить и уклониться-то не мог. Ладно. Ух, давай 3 секунды. Я не понимаю просто, блядь, как. Сейчас. Чуть-чуть отдохнуть от всего этого. Так, ладно, едем дальше. Так, давай еще раз. Надо просто понять, в какую фазу нам, нам маны не хватает на призыв этих копий. А, я вот что хотел сделать, знаешь что? Вместо камня... может использовать невидимость. Хорошо. Давай еще раз. Хорошо. Не торопись. Хорошо. 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 Джезл, блять, используй. Молодец. Хорошо, сбили. Бьем дальше, бьем дальше. Блять, а вот от этой-то мог бы увернуться, а? Да
Да иди ты нахуй! Попить. Хорошо, кстати, нормально его перевели так-то. Вообще с малыми затратами. Он, блядь, не достает. Заебись. Охуенно. Плохо. Ща пинок. Блядь, да пинок же, ну ты ж видишь, что пинок. Пиздец, ну все. Выкинул нахуй. Этот мусор. Хорошо. Назад. Да отстань, пожалуйста, по нему, ну ударь ты, ёб твою мать! А, хилься! Ой, слава богу, отхилился. Все фласки просто потратил, на что? Начали отлично, а вот закончили, как говорится, за упокой. Да, начало было прям вообще превосходное просто, вот лучше не придумаешь. И от всего уклонились, и быстренько его перевели. Но мне надо, по-моему, поменьше этот использовать. Хотя камень... Камень, он, по-моему, 15 единиц тратит, а инвиз 30. Мне надо что-то поменьше тратить. Пошел. Да почему так все плохо-то теперь начали-то опять? А, так это не переход, что ли? Сейчас пинок будет, пинок! Тише, переждать. Я уклонился, все хорошо. Да я же уклонился. А, я не уклонялся. Баб...
А чё? Джойстик сел! Я понял. Гейм овер, блядь. А чё, мне никакого уведомления не пришло, что у меня джойстик сел. Хотя мне бы это никак не помогло. Да. А прикинь, это был единственный шанс сейчас победить этого босса. Вот самый ближайший шанс, когда я мог бы его сейчас победить. Давай, врубайся. Блядь, подстава. Плохо. Плохо, что джойстик сел не вовремя. Хотя там у меня фласок не оставалось, там третья фаза. На третьей фазе я вообще не знаю, что он умеет делать. Поэтому вообще шансов было маловато, на самом деле. Давай так. Я все улучшил. Все увеличил. Ты, может, его, блядь, ударишь сегодня, нет? Посох. Хорошо. Это что-то новенькое. Такого он вообще еще не делал. Ой, вторая фаза. Ты заебал. Посох. Мечник. Копии. Пошли, копии. Копии, это значит... Копии пошли, блядь, да? Пиздец. Ну серьезно, он в текстурах, алё. Он в текстурах. Никто убить, блядь, не может. Заебись. Это бред. Это просто бред. То есть ему за арену можно выйти, опереждать все мои способности. Ну, блядь, ну, разрабы, ну, серьезно, ну, сделайте вы хотя бы тогда там стенки, чтобы даже босс не мог выйти. Ну, что за ерунда? Босс выходит за пределы арены, его нельзя трогать. Прям просто пиздец. Так, у меня остались только... Давай пока я не буду тратить на урон. Хорошо. Да я же, блядь, уклонился, ты, торт. Yeah.
Обнимает, да, конечно. Хорошо. Я понял, короче, как, когда камень надо использовать. Прям офигенная кнопка. Ну пиздец. Ой, блядь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пинок, хорошо. Так, призыв червя, я понимаю. Опять! Вот он ушел за арену! Блять, ну опять та же самая ситуация! Где он? Хуярьте его. А где ему иллюзии-то? Кстати, а сейчас получше даже было, но... Блять, мне либо с ним где-то в центре держаться. Я просто пытаюсь к нему подойти, он уходит за арену. Я не могу выйти к нему за арену. Меня так напрягает от того, что он выходит за арену. А ладно. Сколько? 30, наверное, минут уже прошло, да? Как мы траем этого босса. Пошел. Хорошо. Вот в этот момент надо, короче, использовать камень. Хорошо. Вот, это прям идеально, когда надо использовать камень. А чё это, он меня, блядь, с посоха только что убил, да? Хорошо. Этот слабоват получился. Блять, я научился переводить его на вторую фазу с минимальными затратами, серьезно. Я говорю, еще подходов 10, блять, мы его вызубрим. А, ну да, блять, я про это вот так и забыл. Ой, блять, и про это забыл. И про это забыл. Я забыл его вторую фазу.
От сука. Ладно. Я, по крайней мере, понял, как его переводить на вторую спокойненько. Прям почти без... С минимальными, точнее, затратами. Надо, короче, ждать его этот... как его ногу. И парировать ее камнем. Это самый лучший вариант. В этот момент прям у нас образуется гигантское окно, когда мы его прям можем бить. Вот тогда и надо. Тогда и надо. В остальных случаях стараться меньше наносить атак и уклоняться. Хорошо. Сейчас, вот смотри, сейчас нога пойдет. Хорошо. Хорошо, вот она нога, вот она. Все, бей, 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 бей. Сейчас нога, по идее, должна пойти. Блять, а нога-то где? Вот нога. Ага, сука, попался, блядь. Нога. Подло, блядь. Нога, 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 нога. В смысле, блядь, не нога? Наебал. Вторая фаза. Вторая фаза. Вторая фаза. Но это лучше на самом деле. Раз, два, три, четыре. Прыжок. Ага. Нога, нога, нога. Вот она нога. Кстати, сейчас тоже мог бы сыграть на парировании. Пинок. Пинок, сука. Ой, а чё, его так можно было вырубить? Так, ждем, 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 ждем. Уклоняемся. Уклоняемся. Вот сейчас можно мартышек призвать. Прям офигенная возможность. Блять, нихуя, это не охуенная возможность. Заморозить, все, колотим, 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 ребятки. Что-то хуёво мы как-то с вами его проколотили. Вот это уже нечестно, слышь? Уйди! Уйди! Блять, ну это, блять, очевидно. Уйди подальше. А чё я ходить-то не могу? Опять он, блядь, текстуру зашел. Так, пошла третья фаза. Не вижу.
Не вижу. А ты, может, выйдешь из тумана-то, слышишь, черт? Понимаю. Что меня, блядь, дамажит такое? А, за мной, блядь, еще ветер гоняет, серьезно? Это, блядь, еще что такое? Да, блядь, ну чуть-чуть. Ну почему я поторопился? Понял, в третьей фазе у него появляется просто ветер. А, я сначала-то думал, что это просто как, ну, смена ландшафта своего рода идет. То есть, ну, вот эти вот погодные все условия. А оказывается, ветер-то ходит за мной, торнадо, и дамажит по мне. Серьезно. Я за ним-то одним пытаюсь уследить, а тут еще... Блядь, я все фласки проебал. Вроде столько всякой травы собирал, а... Вроде ее и не было. Да, бля. Ага. Нихуя. Нихуя. А вроде попал. Ага, нихуя. Так вот. Похилиться. Да, блядь, да ты что-то новенькое постоянно придумываешь. Долго ты чем-то новым кидаться будешь? Вот, прямо офигенно. Блядь, да не подходи ты к нему! Ебать, от всего уклонился. Стопроцентная концентрация, блядь. Тише. Угу. Нихуя. Ой, а вот червяк. Червяк пошел. А я думал, я уклонился. Понял, что нет. Ага.
Смотри, 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 в текстуру ушел. Смотри, в текстуру ушел. Ты посмотри на него, а. В текстуру убежал. Да, блядь, заебал. Мне хватит. Так, пошел, 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 пошел. Ага, нихуя. Бля, мне так пальцы уже болят. Ай. Хорошо. Ладно, на второй фазе я вижу только два окна, где можно, в принципе, его нормально поймать. Походу, этот босс сделан больше на то, что ты должен уклоняться, а только потом начинать атаку. Не надо, короче, с ним торопиться. Вот что я понял. Давай попробуем без того, то, что мы будем торопиться с тобой. Понимаю. И все. И это идти. Хорошо. Подойти. Угу. Подойти. Подойти. Я же нажал камешек. Ты почему по нему сейчас не попал? Плохо, прям вообще плохо. Ужасно все. Давай умирать. Очень плохо. Очень прям в начале все плохо было. Все прям не по плану пошло. Давай еще раз. Блять, как репетиция какая-то прям. Час! Уже час? Серьезно? Мы целый час его уже пытаемся убить. Да не! Да-да, целый час. А че время так быстро пролетело? Блять, я что-то даже не заметил. Я подумал, минут 20, прошло 30. Ну какой час? Какой целый час его тратить? Ой, блядь. Давай, 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 давай. Хорошо. Он не попал. Ты охуел? Ты хули не попал? Ты почему не попал по камню? А вот сейчас молодец. Сейчас все правильно. Ну ты нормальный, блядь. Опять не попал. Это просто ужас.
Ты почему попасть-то не можешь? По камню. Ему вообще урон нахуй. Ладно. Хоть так. Хрен с ним. Вот, вот это окно, видишь? Орёшь, тебе нашёл у него окно. А меня, сука, закопал. Обманка, обманка, обманка! Призывает, призывает, смотри. Я ногу его вообще не вижу из-за тумана. А, пизда мне. А, нет, живу. Полное здоровье. Блин, ну я на три части его не хочу делить. Вот честно, не хочу. Ну давай, ладно, я вырежу часть. Закончим с этим боссом в этом ролике, блядь. Ну, это прям пиздец. Я боюсь, я его три часа сейчас травить буду. Так, какая-то минута. Час 02. Дальше пойдет вырезка, где будет сразу же сражение с боссом. Блядь, час 02. Мне бы запомнить. Погоди. Ага, 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 ага. Сейчас, погоди. Да нахуй, я раньше вырежу, наверное. Или нет? Не знаю, короче. Час 02 запомнить. А какой целый час-то? Мы его больше траем. Мы его еще с того ролика траем. Там... там, по-моему, минут 30 мы его траили. 30 минут мы его убили. Слышь, черт. Да почему ты часто промазал, родной? И сейчас ты почему промазал? Это просто ужас. Две фласки минус. Не смей это кастовать, блять. Да ёб твою мать, ну уклонись ты, ёбаный в рот от него. Опять он меня просто размотал одним пинком.
Сейчас он жука призовет, да? Кстати, я сам окна проебываю. Так, пошел второй червяк. Да я же уклонился. Понял, не уклонился. Если игра говорит, что я не уклонился, значит я не уклонился, конечно. Типа, нанес сейчас мощную, блядь, атаку. Уклонись, нажми на мощную атаку, он сделает еще мощнее атаку, и у тебя не будет шкалы. Ой, блядь. Превращение тоже, это тоже надо понять, как оно работает. Не до конца, видимо, усвоил его. Или я нихуя не буду вырезать? Целый час. Пускай будет целый час. Сколько времени на него уже потратил? Не хотелось бы прям на нем на неделю засесть. Но он лютый, лютый босс. Наверное, пока самый лютый босс, которого я встречал в этой игре. Если это, сука, обычный мини-босс, я охуею. Хорошо. Хорошо, подойти поближе. Сейчас будет мощная атака. Хорошо. Да что ты, блядь, делаешь-то нахуй? Не хотел я этот прием использовать, но зачем ты его делаешь, блядь? Да я же уклонился. Блять, да он не попал! Заебал! Ты можешь попадать, когда это нужно! Он не попадает, он не хочет попадать. Вторая фаза, блядь. Две фласки. Пиздец, как ненормально. И нога, нога, нога. Да не то, ёб твою мать! Пиздец. Все, он упал. Бей его, бей. Все, и отойти, отойти. Ладно, пока не все так плохо. Ну,
А я думал, блядь, он ударит сейчас с ноги. А он, блядь, не попал опять. Опять он не попал. А, попал, блядь. Попал. Сука. Ай, живу. Живу, гляди. Живу. Ну да, если попал, не жил бы. Да нет, все, пиздец, не живу. Все, он опять, блядь, в текстурах, нахуй. Я его опять, блядь, достать не могу. Таргет спал, жук упал. Меня, блядь, этим... О, блядь, я не могу. Просто не могу. Это просто ужас. Это надо было, блядь, запускать стрим просто и... Играть. Просто ужас. Я просто не хочу делать частично записи, частично стримы. Потому что если даже я опубликовываю на две площадки, типа на Дзен, на YouTube видео, то там надо стрим тогда сохранять как... Это, блядь, там надо стрим тогда сохранять как запись. Да ты меня заебал! Давай убивай. Там стрим тогда надо будет сохранить как запись. А это такое себе. А сейчас он попасть, смотри, блядь, не может. О, попал, короче. Он не может сам попасть. А по моим навыкам он может попадать. Ну, блядь, ну, я не знаю. Это настолько ненормально. Когда ему надо, он, блядь, попадает. Когда не надо, он не попадает. Все, я уже стою, я уже не двигаюсь, он все равно по мне не попадает. А может он также не попадать, если я буду двигаться? Ой, блядь. Ни фласок, ничего не осталось. Так, все. Давай, собрались. Собрались, все. Давай. Хорошо. Все, подходим поближе. Хорошо. Я же уклонился. Ты меня запарил. Ты можешь попадать-то? А по мне урон все равно проходит. Все, молодец. Это очень плохо. Хорошо, попал. Молодец. Блять, нет, по мне урон-то проходит, он по низу бьет, я на палке, алло. У меня маны нету. У меня выносливости. У меня вообще ничего нету. У меня две фласки. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Хоп. Хорошо. Сейчас все прям идеально. Почти. Блять. Клинок. Ага. Так, пошел червяк.
нахуй, какой там, блядь, червяк. Вот сейчас он почему не упал? Фласку выпей. Давай так. Гори, котик, гори. Понимаю, ты в текстуру ушел. Все, пизда. Поехали, нахуй. Вон у него торнадо, блядь, за спиной идет. Блядь, торнадо, уйди. И что мне с ним делать? Так-то, если он так долго кастует, я могу вызвать его обезьяны и... Возможно, заморозить его и тогда нанести ему много урона. Но, блин, мне до этого времени нужно продержаться. А как продержаться-то? Да мне надо столько маны оставить. Почему манат не копится? Объясните мне. После идеального уклонения удобно получаете много очков концентрации. Так, нет, его не. А где я видел что-то про ману? Концентрация... Так, это не то. Сейчас время. Блять, это все концентрация. А я не помню. Это, по-моему, какой-то навык был, нет? Тогда это какой-то навык должен быть, который увеличивает мне ману. Не попадает. И он не попадает. Вообще нахуй ничего не попадает. Это все-таки ману тоже тратит. Да, блядь, он вообще нахуй не попадает. А, нет, блядь. Ну ладно, блядь, у меня тоже ответка есть. Давай, давай, я, блядь, вообще нахуй на лайте играю сейчас. Вообще, спокойненько нахуй. Спокойненько, блядь, вообще, сейчас нахуй отхуярю. Чё, ногой уже не попадаешь? Понимаю. Ну
сейчас тебя отхуярю-то. Уклонись ты, ёбаный! На лайте же играем. А все он в текстурах. Все нормально. Все нормально, это текстуры. Все, давай выползай нахуй быстрее. Блять, один нахуй сюда. Блять, на мартышек-то маны. Маны-то на мартышек. Пиздец. Он не кастует, он не должен кастовать. Ты полетел, блядь. Поехали. Понимаем, текстуру ушел. Это фласку нажми. Фласочку, все, все спокойненько, спокойненько, у него чуть-чуть остается. Да какие нахуй текстуры? Ебать, про... Я вас ненавижу, разрабы. Я вас просто ненавижу. Ай, блядь. Один удар, босс уходит в текстуры. Босса не достать, что делать? Анимацию босса не видно. Что он там кастует, непонятно. Из текстур он не собирается выходить. Зато его ураган парень не бегает. Понимаю, да. Заебись. Это был мой последний, по-моему, шанс. Я сейчас психану, ей-богу. Я сейчас психану на игру. У меня все уже, блядь, ничего не получается. Я хуею. Это просто ужас.
Это, наверное, уже 20-й трай идет. Нет? Какой 18-й? 17-й. Что-то прямо я вообще... Я вроде... Теперь вообще настолько не понимаю его атаки. Просто из-за того, что... Один раз расслабился, и все. Смотри, он, блядь, не попадет сейчас. Вообще не понял, что, блядь, произошло, но что-то ему больно, по-моему. Ну вот, ну вот на этих только его атаках ловить надо. Он, по-моему, тоже заебался, он уже сам не попадает. Но я так-то много маны трачу. Вторая фаза, хорошо. Да, кого ебет нахуй? Моя атака там, блядь. Не ори, бля. Чё ты сейчас-то не попал своей ногой корявой? А можно мне ману восстановить, пожалуйста? Да, ну, хотя ещё палку. Блять, нога! Нога! Золотая нога. Смотри, блять, опять в текстуру пошел. Ну ты издеваешься, что ли? Бей его, бей. Да выйди ты, блядь, из своих текстур! Да
Стрём просто в текстурах. Блять, это настолько ненормальный босс. Все, я ушел в другую арену. Ты посмотри на него. Что будет? Блять, ураган рядом. Все, он опять в текстуру ушел. Все, подходи, подходи. Пнул нахуй. Я не могу, ребят. Ну, вот сами смотрите. Ну, это бред такой. Блять, босс уходит серьезно в текстуру. Он в текстурах стоит, но до него не дойти. Я не знаю, разрабы, наверное, должны были тестировать этого босса. Должны были учитывать, что он может уходить в текстуры, его там нельзя тронуть, и он там будет стоять. Он будет стоять и кастовать свои сраные заклинания. А вот в чем проблема? Ну сделать вот гору вокруг, чтобы вот вся эта арена и была. Мне, короче, надо поменьше Блять, выносливости нету. Да, выносливость сделалась. Одна фласка, чуть-чуть здоровья потрачено. Маны много. Вот сейчас бы не провалиться. Ой, это прям шанс! Он сам в текстурах своих застрял. Блять, я чуть не забыл про этот навык у него. Пошел. Ага. 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 А выйди, блять, из текстур своих. Чертила. Да какого хрена ты меня шотнул? Один удар пропустил, убью. Ой, я не знаю, как с этим боссом сражаться, короче. Сколько? Угу, понимаю. Полтора часа. Полтора часика. Ладно, надо все-таки быть спокойнее.
Фух. Но руки у меня знатно устали на кнопочки нажимать. Спокойно. Давай. Ладно, это одна атака. Два. Хорошо. Блять, маны-то нету. Ой, выносливости. Что у меня так шкала выносливости прям падает? Прям знатно падает. Ну вот да, это было неплохо. Ладно, одну фласку стратили. Одна фласка, и маны еще не потратили ни капли. Блять, нога. Сейчас придется походу две фласки тратить. Ой. А, погоди, мне когда мало здоровья, у меня здоровье всегда восстанавливается. Блять, ну нельзя так применять все заклинания. Я не тороплюсь, я вообще спокоен. Куда ты ногой пинаешь? Я в другом месте. Понял. Вылезай из текстур. Полез второй, блядь. Даже не думай. Вот смотри, опять заполз своей текстурой сидит. Блять, и пластик нету. Блять, третий червяк, ты серьезно? Я не могу с ним. Блин, у меня руки устали. Мне серьезно руки устали. Ай. Это что? Это мы этого босса уже 2 часа пытаемся убить. Ненормально. Ой, блядь.
一个骷髅的病鬼，命倒挺硬。 Это наказание хорошее было. Я тебя не понимаю, а сейчас он вообще выпасть не может просто. Ладно, похилимся. Пожалуй, сейчас можно. Блять, от него далеко вообще нельзя уходить. Он начинает кидаться. Блять, это так больно. В смысле, ты перешел на вторую фазу? А чё так не вовремя-то? Секунду, какого хрена ты на вторую-то перешел? Блять, охуенно, вот сейчас должно все получиться. А можно ты его в таргет-то возьмешь? Куда таргет-то пропал? Ёб твою мать! Я не могу. Это просто нереально. Давай, ладно. Еще разок. Сейчас мы два часика его потраим. Ой. Блин. Ну давай, ладно, 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 ладно. У меня таргет-то падает с него, я не понимаю. Он не должен, по идее, падать-то с него. Чего он сейчас падает, блядь? Oh!
что он прибивает. Я не пил зелье, я знаю. Но смысла не было. Мне на вторую фазу с двумя фласками такой идти, мне надо минимум 3 фласки туда. Прям. Ой. Может, стоит, блядь, сделать отдых, потому что, ну, что-то без перерыва. Так долго тратить его. Ой, ладно. Покой. Нажал все вовремя. Просто все вовремя нажимаешь. У меня, по идее, должны здоровье-то восстанавливаться, нет? Но восстанавливается? Да, смотри, восстанавливается. Погоди, давай мы тебя побегаем чуть-чуть. Это все, что ты мне можешь восстановить? А чё так мало? Я чё-то ожидал, что побольше. А нихуя, я первый. Ой. А вот сейчас можно. Так, это одна, да, фласка была первая. Я что-то забыл про его эту атаку. Блять, призвал. Ну почему ты не попадаешь-то? Ой, ладно. 2 часа, 1:50, а? 1:50. 1:50, 1:50. Ладно, давай еще чуть-чуть. Пойду я посижу. Чуть-чуть глаза хотя бы отдохнут. Обязательно продолжу. И, наверное, все-таки к концу ролика, там, который час, я просто добавлю этот... Последний файт с этим боссом. Ну, давай, ладно, еще один раз. И потом пойду отдохнуть чуть-чуть. 3 часа трает босса. Я не хочу ману сейчас тратить на это. Знаешь почему? Потому что я хочу иллюзии оставить на финальную стадию. Так, хп-то нету. Ладно. Давай хотя бы так.
Ладно. Отдых. Ой, блядь. Два часа. Два часа. Что-то я так долго босса никогда, наверное, не травил. Хотя нет, наверное, в Секиро такое было. Ну что? Ну что? Поехали дальше. Травить босса. Да? Я, в принципе, чутка хоть отдохнул, глаза отдохнули. И в этот же день будем травить босса дальше. Пока два часа. Пока два часа у нас уходит на трай босса. Поехали. Ой, блядь. Все, давай. Раз, два, три. Хорошо. Хорошо. Сейчас, блядь, мы тебя... С первого раза мы тебя отхреначим. Пока плохо. Да я же, блядь, уклонился. Хорошо. Ладно. Ладно. С первого раза не выйдет. Надо было хилиться, но я не хотел тратить фласки на первую фазу. Или тратить можно одну максимум. Все, это вот прям предел. Ниже некуда просто. Вообще желательно... Да, привет. А вообще желательно без потерь пройти первую фазу. На второй можно потратить хотя бы штуки 2-3. И на третью хотя бы, чтобы точно одна осталась. Хотя вторая это вроде простенькая. Надо желательно вообще все на третью. Так, поехали. Давай. Раз, два, три, блядь, все получил. А, так я уклониться могу? Все-таки. Прошло. Хорошо, прям огонь. Блять, плохо. Да я же уклонился. Блять, он серьезно не попал еще. Похили чуть-чуть. Да ну, брось. Хорошо. Тратим фласку. Поехали. Опять чуть-чуть освоимся. Ой, охуенно получилось. Блять, я думал, ты попадешь по мне ногой-то.
блядь, нога. А можно пластушку попить? Нельзя, я понимаю. Опять нога. Опять нога. Опять. Ой, блядь, как меня эта нога заебала. А, и так, у меня, погоди, у меня есть еще, по-моему, одна искра. Ну, сейчас чуть-чуть просто привыкнем опять к этому боссу, и все. Надо было все-таки тогда продолжать сразу же играть в нее. Ну, уже просто глаза ни в какую, уже голова не соображала. Блять. Я же, блядь, нажал! Ты чё, демон? Ебать, чё я натворил? А почему часто не работает? Я вроде в окно попадаю. Давно пробивает. Не понял я этого, конечно. Так, хорошо, давай. Давай вот так вот сделаем. Чё-то я вроде и нажал на камень, а толку ноль. Блять, а можно еще быстрее как-то до него добегать? Чё-то у нас с первой фазы сейчас какие-то проблемы идут. Обычно на первой фазе-то мы вообще идеально все проходили. Ну чё, опять началось-то, а? 一个骷髅的病鬼，命到挺硬。嗯，呀，哇！ Я же, блядь, уклонился, ты зараза сутулая. Блядь, все равно бьет. Ну ты прикинь, а? Встаешь на палку, он бьет тебя все равно. Бьет нижние атаки. Типа он по палке попадает, мне тоже урон наносит. Так это ж не я, это ж палка. Блять, бред такой, пиздец. Давай, ладно. Еще разочек. Бежим сразу к нему, чтоб... А, нет. Давай попробуем уклониться от этого. Заодно накопим концентрацию. Вот. Сейчас то же самое абсолютно сделал. Почему тогда это не сработало? Идеально все. Блять. Накаркал. Только сказал, все идеально. Блять.
хорошо. Да, блядь, ну, хорош, блядь, ведь попал. Да что, зачем ты, блядь, это крутишься-то, ёб твою мать. Ой, нахуй. Зачем он крутился? Можно как-то отключить вот это вот кручение вокруг шеста, блядь, ну зачем? А, ну стойку смените, конечно. Нет, стойку не надо менять. Хотя, а чё у меня? Левая. Ну, он так-то тоже должен оглушать, по идее, да? С помощью этой-то. Ну, это, блядь, нужно... Нет, вот этого ставлю, ладно. Копим концентрацию. Блядь. Пиздец. Хорошо. Блять, выносливости нету, ну ты серьезно. Где выносливость-то? Хорошо, вторая фаза. Фласки не истратили. Блять, нога! Заебал. Да чего я с этой ногой не могу ничего поделать? Блять, серьезно? Уже червяк? Да не ори. Не бей. Вовремя я это, блядь, сделал. Ой, блядь, текстура! Блядь, я забыл брать прием. Thank you.
Ну нет, ну у меня уже все, здоровья нет. Нет, кстати, лучше со стойкой. Опять червяк! Блять, с таргета упал какого-то хрена. Ладно, эта стойка не особо подходит, лучше со стойкой, которая все-таки жезл там, потому что больше длительность анимации идет для удара. Там-то ты сразу же можешь как бы взобраться на жезл, и, на посох и ударить. Поэтому лучше с верхней стойкой. Верхняя будет лучше. Блять, неужто 3 часа будем этого босса травить? В лучшем случае. Вот не очень хочется. Давай. Ой, блядь. Да зачем ты, блядь, опять подпрыгиваешь-то? На кой хрен? Я хочу другую способность сделать. Он зачем прыгает, блядь, ну... Вроде все идеально делаю. А вроде ни хрена не идеально. На всякий случай. Хорошо. Хорошо. Я к этому был готов. И к этому был готов. Блять, сейчас полетит. Отойти. Лоня, нет! Блять, текстура. Похилимся пока что, ладно. Подождем, пока он поближе подойдет. Да я же, блять, уклонился. Вот зараза какая. Похилиться чуть-чуть бы.
похуй. Ладно. Значит, без иллюзий будем играть. Дук. А, все, третья фаза. Третья фаза. Блять, он в текстуре. Я ненавижу это. Бред, я не могу. Арена постоянно сужается. И все, он уходит за пределы арены, его нельзя тронуть. Ты не можешь туда побежать. В этой маленькой арене крутится вот этот ураган, и вообще с ним ничего не сделать. Ну, бред же. Блять, ну... Я понимаю, что игра делалась для китайского комьюнити. Потому что, ну... Блять, таких сложных боссов. Ну, может, он не сложный, но он точно неправильный. Ну, блять, что до босса ты не можешь добраться. Это как, блять, с этим. Сделали там какую-то игру. Ой, как его? Где выпустили то босса, который его шотает. Типа Капибара там, по-моему, или кто там. Тут новость как-то читал. В смысле, блядь, он упал? Блядь, опять он эту хуйню сделал. Ну я тебя просил, блядь, эту хуйню делать. Ну зачем ты ее делаешь? Конечно, анимация прошла, он еще меня задевает. Ой, ну и заебись. Вот, блядь, и охуенно, что там забагался. Хорошо. Нога, хорошо, что вспомнил. Да, блядь, ну... Ай, блядь. Какой рекорд? Фу, что это за перышко, блядь? Нет, комар? А, понятно, это кошка. Блять, чего мне не хватает? Я не знаю. Я вроде все правильно делаю. Поехали, ладно, не торопимся. Раз.
Ой, вот это он редко делает. Хорошо. Понял. Это фатальная ошибка только что была так делать. Давай умираем. Умираем еще раз. Блять. На самом деле я думал, что я сейчас до него так доберусь. Но извините, анимация тоже у духа. Долгая. А что если я на третью фазу использую лучше не этого духа, а использую того, кто... усиливает атаку, когда у вас... Насколько усиливает? А это что делает? Увеличивает запас маны. Запас маны — это, конечно, здорово. То мне надо то. Блять, ну давай. Тут только критический урон. Ну, у меня прямо урона столько много нету, чтобы носить какой-то прям критический урон. У меня 40 единиц урона. Это немного. Сорок единиц урона — это вообще ничто. Развитие. Хорошо. Вот на это-то не хватает. Мощный удар 3. А, вот это что ли? А чего, какой мощный удар 3? А где эти мощный удар 3 возьму? Где это мощный... А, вот это... Для пробуждения нужно больше искр. 10! Ты что хоть? Откуда у тебя, блядь, такие? Десять! 20 искр! Нет, ну тут, короче, игра сразу же задумана на часов на 200. Тут не меньше. Откуда я тебе столько искр-то возьму? Ой, ладно. Ой, каких 220 искр? 200. Ну, ладно, блин, 20 искр, это чё, мало? 20 уровней надо. Слушай, может я... Ой, слушай, а можно ведь и так просто делать. Пока идем. Ну вот, накаркал. Ой. Ну ладно, одну фласку потратили. Кстати, маны при этом мало истратились. Дед, ты чё? Ой,
Хорошо, пинок. Блять, выносливости нету. Хорошо. Блять, текстура. Да какая нахер текстура-то? Ёб твою мать. Ладно, истратим разок. Бля, теперь маны не хватает, серьезно? Третья фаза. Поехали. Сейчас будет. Подойти. Хорош! Тише! Это что такое, блядь? Блядь, все проебал. Я не знаю, что на третьей фазе делать. Блять, еще и рука так устала. Пиздец. А что так быстро-то? Ой. Что-то на джойстике рука впервые устала. Почему она так устала быстро? Мне главное сегодня убить этого босса. Все. Я больше ничего не хочу сегодня. 3 часа я ему не хочу драйвить. Но я игру обязательно пройду. Я уже его выучил, в принципе, все приемы. Я все равно попадаюсь на них. Хорошо. Успел. Хорошо. Надеюсь, у меня восстановится к этому времени мана. Да блять, ну... Ой-ой-ой! Это вторая фаза была! Ладно.
Хорошо. Ну, блять, выносливости нету. А я ведь уклонился. Тише. Почему у меня так выносливость? Сильно упала прям. Как есть время на отдых? Текстуре. Блять, я забываю это. Обманщик! Тебя вообще-то глушить должно было, нет? Почему ты фласку не нажал? Почему ты не уклонился? Я фласку нажимал, не нажималось. Я не уклонился, потому что думал, что не достанет, и я нажму на фласку. Я отхилюсь. Нет. Едем дальше. Давай еще разок. Я на самом деле уже начинаю опускать руки с этим боссом. Давай. Давай. Нельзя опускать руки. Мы сможем его одолеть. Правильно. Хорошо. Зажали, зажали. Блять, а где выносливость опять? Хорошо. Хорошо. Опять выносливости нету. Блин, как хорошо тут все идет. В смысле, блядь? Я ж попал. Ой, ой. Блядь, забыл. Ладно. Давай. Ты что, блядь? Почему не бьёшь ты, ёбан? Текстура. Да я же уклонился, ё-моё, ну ты прикалываешься, что ли? Ну
Хорошо. Хорошее попадание. Блять, ну. Опять он! Да не вижу я! Блять, и фласок-то нету! Да уклонился я, ну... Что ты врешь, а? Давай, вот сейчас. Все оружие. Все в него. Все вливаем. Он двигаться не может. Все, что ли? А где урон? А где урон? А урона нету, блядь. Просто нету. Ай, у меня аж глаза заболели. Ой. Ну это хороший трай был. Но все равно не хватило. Ну ладно, давай кое-что изменим. А изготовление лекарств где? Что я могу вообще сделать? Сопротивление холоду увеличивает урон. Блять, а надо было того гриба все-таки добивать. Надо грибы где-то искать. Увеличивает урон. Дается концентрацию. Блять, вот эти давай, ладно, сделаем. Все, мне ничего больше не хватает, да? Постепенно увеличивает концентрацию. Повышает сопротивление урону. Значительно написано. Значительно. Так, давай разберемся с этими. Это будет, походу, последний шанс. Потому что фласок у меня больше не будет. Так. Максимальный запас здоровья. Делаем наверх. Сопротивление урону делаем на низ. И урон на левую. Но это хороший, хороший трай был. Мартышки вроде как нормально его так продержали. Но все равно не хватило урона. Да зачем ты опять-то крутишься? Блядь.
Мне куда-то прям выносливость девается. Хорошо, ладно. Заебись, меня только что раздавили просто. Ни хрена. А выносливость можно? Он не делает такие комбинации иногда. Точнее, он делает такие комбинации иногда. Но я их вот эти забываю. Блять. Надо понять, кстати, на какой... Примерно на каком месте он переводится на третью фазу. Это, наверное, уже трай 40-й идет. Если не 50-й. Беги. Да я же уклонился, ну ё-моё, ну нажимаешь, а толку ноль. Вот. Опять выносливости нет. С первой фазы проблем нету. Почти. Небольшие. Ну, такие маленькие проблемки. Ой, блядь. Может, мне действительно по локациям походить еще? Опыта еще набрать. И прийти уже к нему перекачанным. Да нет. Дело-то не в этом. Мы можем его победить, знаешь, как легко. Но вот... Я тебе говорил, что мы можем сделать посох. Блин, как охуенно идем-то, а?
лишь спокойно. Максимальная сосредоточенность. Переводим. Да какой? Ефлас. Ладно, работаем с этим, с тем, что имеем. Я в воздухе уже был. Все, в текстуру ушел. Ты выйдешь из текстуры, алло. Грызем. Грызем. Ебать, блять, сука какая.